Итак, всем привет, с вами Булкин и канал Game Adventures, и мы продолжаем проходить... Ой, просто шедевр, шедевр, и как мы вот остановились на этом месте, переодели нашего Франклина, Майкла, Тревор, фу ты, Франклина, да, все правильно, в желтый радужный цвет, немножко повечерело, кстати, закат выглядит превосходно, хотя еще и не закат, где у нас тут тачка стоит, тут же вроде, да? Я не понимаю, для чего вот это вот нужно, я просто удивляюсь разработчикам, давайте попробуем также запрыгнуть гор... Ты открывайся ты уже. Ох, блядь. Бля, я разбил все. Блин, метлу уронил. Прям я поцарапал ее, черт возьми. Еще раз сбил заднее стекло. Садись уже в нее. Это гениальное просто. Я не знаю, для чего это нужно. Дверь не закрыл. Блядь. Что-то нам не везет. Серия начинается уже грустно, да? С разбитой форочки и с отломанной дверью. Давайте поехали к Симону. Все-таки проходняк, они дураковаляне. Поэтому мы едем. Туфля на карте означает, наверное, я, как я предполагаю, это, наверное, переодевалка, то есть почему туфля, а не футболка, например. Он же тут у нас. Давайте припаркуем его тут. Самая красивая машина на районе, да? Ой, же Буллит. Буллит! Родной Буллит из Сампа. Из Сан-Андреас, точнее, чего уж из Сампа, чего я прибедняюсь-то. Чего, как тут к нему? На миссию-то как зайти? А, там можно было с того входа войти. Что-то он долго как-то идет, я не могу. Здорово, с вами как жизнь. Как я рад тебя видеть, очень рад. Давай обнимемся, дружок. Слушай, чувак, мы ведь работаем вместе уже несколько месяцев, так? Именно поэтому я с радостью объявлю... тебя... работника месяца! Ух, круто, да, поздравляю. Выбрать было очень непросто. Да уж. Я, Ламар, предварительный... Саша? Слушай, чувак, я польщен и все такое, но мне надо расти. Ты только и делаешь, чтобы за тебя помыкать свой. И ничего в моей жизни не меняется. Послушай меня, мой мальчик, скажи, что тебе хочется. Я дозорно объясню, почему это невозможно. Стоп, это опять из трейлера. Сегодня мы отбираем тачки у придурков, которые купили их с заоблачными процентами. Мне его акцент пугает. А завтра? У нас большое будущее. У меня никогда не было черного сына. Чё, нормально вообще? Но я не отказался бы от такого сына, как ты. Тук-тук, нигеры. О, чувак с Гроув Стрит. Здорово. Ламар Кальмар, как дела, приятель? Йоу, брат. Наш Ранкин стал работником месяца. А ты просто кальмаром надо было добавить. Ты прикалываешься? Чувак, он с тобой тут разбой за обоих. Да брось, приятель, серьезно. И это после того, как я жопу рвал на работе. Чувак, да забитый на эту херню с работником месяца. Я пытаюсь найти для нас... Херня, говоришь? Если это здесь херня, которую можно получить, я хочу ее получить, мать твою. И насрать, о чем идет речь. Понял, да? Я всегда иду до конца, я играю по-крупному. Иду на все, без тормозов, я кальмар. Если есть сраная таблица результатов, хочу быть на самом верху этой сучки. И чтобы рядом с моим именем стояло слово «победитель». Может, повезет в следующий раз? Жопа в следующий раз, месяц. Да как насчет сегодня? Дай мне шанс. Сегодня пусто, есть всего один байк, придурок ни разу не платил. Его зовут Эстон Бен Химмельс, пляж Веспуччи. Стоит в какой-нибудь банде? Когда он брал байк, мне никого не пришлось спрашивать об этом. У нас есть дельц, работник месяц. По-моему, как завидуют. Иди нахер, чувак, и пошли работать. Просто сраный подхалим, нигер. Давай ему факт покажем. А, мы не можем. Я спрятался. Почему у меня рука сквозь стену про... Да ну вас жопу, блин, Рокстар. Могли бы вы хоть езжать из пучи пичи, а на чем? Чувак, у меня есть тачка, погнали. Запрыгивай в нее, как я. Почему она... Кто ее отогнал? Блядь, ну не та кнопка. Ну почему я разбиваю свою машину сам? Ой, надеюсь, больше ничего... Что ты делаешь? Садись! Да ты дурак! Садись! Да забираем мы... Да не на ту машину! Сколько нужно сил, чтобы сесть в машину? Ты садишься в нее? Наконец-то! Отлично. Просто замечательно. Просто отлично. И это нормально, подумай. Да, ну все нормально, че. Мудила, который забрал Вагас, кажется. Латинос. О! Вагас, я вообще так и подумал. Кореш, я не хочу неприятность, хорошо? Игорь, ну не насрать, мы ведь чертовы громилы, и Саймон нам за это платит. Согласен. Мы же девочки-ромашки. Че, тебя не уверен. Тебе тут пизды не дозает, да? Игорь, очнись! Конечно же, это крутой чувак. У него еще может быть бабла и избыток нехватка. Избыток бабла и нехватка мозговых клеток. Он только что заплатил 20 за байк. 20 кусков? Нет, взнос 3 косаря. Черт, байк-то наверняка навороченный.
Я факт хочу показывать ехать. Ой, блять. Блять. Машину жалко. Ну, короче, они тут ругают друг друга и говорят, что... Жадный мудак, ты не любишь меня за это. Точно говоришь, люблю прямо до боли. Все, базарили, Никер. Давайте едем. Показываем всем факт, уйди из дороги. Так, как тут... машина моя! Почему так не везет? Совсем охренел мудила психолога. Ну, я, по-моему, Баласа ушатал в розовом шлеме. Ну, в принципе, он был в розовом шлеме, поэтому не страшно. Это метка такая теперь? Мы приехали. Че, выходить? Бэк должен быть в одном из этих гаражей. Где должен быть? Это тема всей твоей жизни. Все за кальмаром. Сейчас перелетим. Охуенно просто, я брат. Че там? Стоп, кто? Че, упоротый? Эй, кореш, ты че? Просят меня, прочие агенты ЗАФО! Ты что, думал, я не нужна твоя жопа, пьяный нигер? Понял, уйди отсюда. Да без нервов, чё? Это чё за мудаки? Чуваки, привет! Вы, конечно, простите, я просто не могу просто. Блядь, это охуенно. А почему машина починилась? Давай я припаркую тут. Совершенно не мешает проезду, ребят. Да, бери лезвие, без проблем. Кстати, сейчас не специально. Да все нормально. Тот упоротый мужик. Давай я его свалю сам, подожди. Ломарик, кальмарик, посмотри на нас. Мы же оба, мы просто как капля воды. Посмотри. Здорово, ребят, все нормально. Больше такого не повторится. Да двигай ему, что ты меня обзываешь, я не понимаю. Нормальный вообще человек? Слушай, чувак, ты мне как-то подозрительно... ТТХ, нормально. Ну что, все прошло гладко. Все, что у нас гладко, это твой лобок. Ну, хотел сказать про лобок, кстати. Да я ушатался, все нормально, чувак, все нормально. Я хотел закрыть в пузо. Это Вагасовский разве район? А, вот написано Вагас. В каком магазине? Не в этой части Веспуччи. Веспуччи? Наверное, бывают кварталы и кварты. Эй, стой. Наверное, в одном из них. Я хочу в эту проехать. Сейчас будет последним, да? Открывай потише. Ну, конечно. Канистра. А, не, бронежилет. О! Это по-нашему. Так, давайте тогда проверим большой. Не этот. Но он будет в большом. Никто не сомневался, собственно. Интересно, заскриптованный или реально он... Открывайся, чудо! Вы поняли, да, что я полетел? Там сзади проблемы. Сзади проблемы! Там сзади, ребя... Ай, Ола. Блин, по-моему, сейчас будут разборки. Ой, блядь. Евалим, ублюдок. Знаешь, Коля... Да бери уже пистолет, возьмите оружие, да взял я. Да ёб ты... Да бери ты его! Нигеры, убейте Вагаса. Где второй? Прям по ногам, прям по коллежной чашечке. Да куда ты стрел... Джойстик, я ж тебя убью. Прям в хэд. Ух, как красиво! Кстати, прикольно развить. Кто там меня стреляет? Ты чё, козёл, охерел, что ли? Попутал, что ли, Мудин? Я его пятку убил. Уйди. Блин, прикольно, блин, вот это... Реально такое ощущение, как будто играешь в Сан-Андреас, только вообще просто изменённый флой... Ты чё? Нормальный вообще, а? Стоп, это кто? Кто такой наглый был? Это скриптованный сейчас был или он дебил какой-то? Чё с ним случилось? Его убили, по-моему. Но меня чуть не сбил, точнее, он меня сбил. Выстрел по бензиновой дорожке. А где бензиновая дорожка? О, там байк. Если уровень здоровья падает... Угу. Да это я знаю. Чувак, мы догоним его с такими темпами, как и у меня.
Погнали, погнали, погнали. Здесь вот, знаешь, стоит наш водитель. Я знаю. Гонщики навеки. Куда он поехал? Что, уменьшил масштаб? Да у меня все в порядке. Ты его упустил? Че, охренел, что ли? Можно вон следить, как за ним. Давайте встанем на дыбы, я люблю вот такую вот фишку. Это же новый GTA, вы что? Вот, как опять минус бампер. Ну, естественно, в принципе. Че, Санек? Че терять? Куда он уехал? Куда он уехал? Че он повернул? Че он повернул? Выходясь за рулем, L1, R. О! Можно стрелять, точно. Сейчас мы его подобьем, эту сучку. Только у нас тачка немножко не в состоянии. Я живу! Сучка. Че, сдохла, что ли? А, ну без шлема кататься, вот урод. Куда ты... Нормальный вообще, а? Да я-то сяду. Просто как-то не очень хорошо поступил, братан. Немножко подбили ее. Кстати, байк ничего такой. Только я не думал, что бандиты из Вагаса катаются на таких. Я что-то типа чоппер круизера. Ну ладно. Чтобы повысить показатель вождения, развивайте максимальную скорость и ходите, давайте стойки на заднем плане. А, ну без проблем. Это я умею легко. Так, да. На чем мы там остановились-то? На, да-да, мотоцикл, точнее. Сейчас все будет. Развивать навыки мы умеем. Нормально. Все будет хорошо, ребят. Не волнуйтесь. Все будет отлично, все будет зашибись. Все будет превосходно. Так что не нужно даже переживать по этому поводу. Неважно, то, что долгие загрузки, все хорошо. На самом деле просто прогружается локация. Да хрен... Что?! Сука, я же просто хотел улучшить навыки. Сади. Ты охренел меня дверью, что ли, приса... Он дверь открывает, когда я на ней лежу, вообще охерел. Да я поведу, все нормально будет. Да мы его, да мы не потеряем бабки. 20 лет, да, в тюрьме, конечно. Посадит нас. По правилам катается, блин, на велосипеде, дебил. Можно ехать по дороге, велосипед, но он мешает проезду, кричите. Таких надо убивать, кстати. Мы таким будем заниматься в моем канале, ну ладно. Ну что там, есть желающие огрести? Давайте опять на задние колеса. Суперфизика GTA. Так, главное не запороть. Все, серьезный проходничок. Вы чё? Вполне себе серьезный. Опять машину потом. Да, восстановят, чё, ребят? Все равно вы же знаете. Вот так убивают нигеров. Да знаешь, я вижу, что он упал. Спасибо за подсказку. Бери байк. Опять он спиздил мою машину. Спасибо, ребят. Вот это, видели сейчас, как я навернул кружок вокруг этого? Лежать на автомойку. А что, мне на автомойке восстановить заднюю фару, что ли? Ладненько. Нет, спасибо, я помню, это припаркованный автомобиль здесь. О, на заднем валю. О, повышаем навык. Близкие столкновения. На переднем встанет на нем? Хотя нет, это слишком жестоко. Позволяет лучше проезжать на воздухе и дольше сохранить равновесие. Ну а, ну это вообще, конечно. Нет, спасибо. Развитие навыков похоже на читерство. Я таким не пользуюсь. Можете дать мне проехать? Спасибо, ребят. Ну вот, стройка. Ночь, кстати, ничего такой. Кто видел, как он сложился и потом обстол? Ну ладно. Кстати, по идее, если мы сбиваем людей на мотоцикле, мы должны сами тоже падать. Могли бы это хотя бы рассчитать. Офигенная игра. Я даже не могу, я просто уже забылся на самом деле немножко, но просто это все равно офигенно. Музыка, конечно, нет, спасибо, я такой не слушаю. Есть что-нибудь попроще? Вот это, по-моему, Flio FM. Тут ригерский рэп всякий. Я пока больше ничего для себя не открыл. Тут все такие бешеные, блин. О, мойка. А мойку мотоциклу нормально? Стоп, это же он. Бро, я пока не могу своего. Что? Ты ж психопат, у тебя крыша совсем отъехала. Нигер. Это во мне кровь лопачей говорит. Тебе повезло, что я не пустил... Не содрал твой скальп. Слушай, боже, большая жопа. Не можем конфисковать имущество. Точно не будем этого делать. Имущество я поставлю себе. Скажи Симону, что не смогли его забрать. Нормальный человек вообще? Нормально вообще, мы украли... Замечательная миссия. То есть он у нас...
Да, да, выполнен. Перезапуск, время. Выстрел в голову 4-6. Эх, опять на бронзу. Печаль. Ладненько, ничего страшного. Возвращаемся к Симону. Незнакомцы, чудаки, обозначены на карте Сан-Андреаса вопросом. Нет, на вопрос мы не поедем, это будет в следующий раз, а вот к Симону мы съездим. Хотя, заметьте, миссии довольно долгие такие, да? Я бы не сказал, что они быстрые. Так, Симон, почему... Это что, новое место его обитания? А, нет, это так выглядит. В смысле, с этой стороны не приезжали ни разу. Так, паркуем нашу крошку. Вот, замечательно. Почему у него закрыт? Как я задолбал заходить с заднего входа? Ладно, подождите. Надо это сделать. Эту машину я не буду здесь вставлять. Это кто-нибудь ее потом опять установит, передернет ее. Так, аккуратно, все, отлично. Сейчас мы ее... Главное, чтобы ее пожалеть, потому что если... Что? Просто таксистом погоня. И почему у меня... Господи, опять мне машину попортили. Хотя я сам тоже не могу что-то вот вписываться в поворот в последнее время. Так, где тут? Кто там? Кто там мигал? Стоп. Это, а, скорая. Хрен с ней. А что у него закрыто-то? Что-то не понял я. А, вон же метка стоит. Блин, я чудак. На метку. Сука. Ух ты. День пришел, нормально. О, это, кажется, та... Ты расист. Тебя не уважать, потому что думаете, что я араб. О чем вы говорите? Чего подобного? Просто я. Я так горжусь, что учу еще за наставник. Не важно, забудь. Лады, ну что у тебя? Джеймс Де Санто. Какой-то мальчишка, я уже просрочил платежи. У меня такое чувство, что он причинит машине больше ущерба, чем мы сможем выжать из него в виде заоблачных процентов. Так что давай, забери его. Дом находится... В Хэмпстеде, рядом с Эклипсом. Машина, внедорожник. Парень какой-то папенькин сынок из Rockwell Hills. Только не горячись. Постарайся вернуть машину в хорошее состояние, ладно? Понял, не парься. Я так рад тебя видеть, мой мальчик. Удачи тебе. На юрфаке. Да-да, на юрфаке. А можно тачку? Я думаю, что страшно, что она продаже стоит. Просто она похожа на Audi A4, и мне она нравится. Поехали. Направляйтесь к дому. О, солнечный Лос-Андрес, это по-нашему. Единственное, что мне не нравится, это отражение на фарах. Оно какое-то скудное, честно говоря. Посмотрите на него. Ну, какое-то оно странное немножко. Особенно в тени. Точнее, не в тени, а при особых моментах. Да вообще оно странное. Ладно. Чё ты там орёшь, негр? Давайте радио поменяем. Попробуем что-нибудь поэкспериментировать. Mirror Park? И слос пускай будет. На-на-на-на-на-на-на, рок-н-ролл. А, кстати, мы же... А, ну ладно. Я только сейчас понял, что мы тачку нашу бросили там. Я думаю, что ничего страшного. Все равно же обратно внедорожники поедем, которые сейчас украдем. Вы... О! Чё он? Эй, ты что, передумал? Да что ты меня кинул? Что? Ты на работе месяце забрал от байк себе? Слушай, мы с Ламаром собирались его тебе привезти. Ну конечно, забери у папенька сыночка вот эту машину, тогда и поговорим. Then we talk. Я уже приехал, он все базарит. Чё там такое-то? Чё там не так? Проберите, без проблем, чё пробираться-то. Ой. L3 нажать? L3 это у нас. А. Ух ты. Ну конечно, блин, с таким шумом, козел, блин, стрижет. Если вы не вооружены, обойдите врага сзади и удерживайте L2, потом нажмите. Козел, тебе жопа. А че, что шум сейчас прекратится? Да, используй режим скрытности. Музыка мне нравится. Да господи, кому я тут шумлю? Хотя ладно, ладно, если уж так. Может открыть гараж? О, давай. Ух ты, камер, ёпта. Вот это уже интересно. По-моему, у него электрический замок на двери. То есть похуй, да, вообще? Не хочется. А как туда проникнуть внутрь?
Ничего, что тут сейчас какой-нибудь урод? Стоп, так я что-то не понял. Че делать-то? Он что-то не смог открыть, подождите, стоп. Я что-то накосячил, что ведет? Так, подождите, я что-то не понял. Ты будешь открывать дверь или что? Я в фиксуру застрял сейчас только что немножко. Так что делать-то? Туда бежать? И что дальше? Мне что, в дом проходить теперь? Или на крышу этого запрыгнуть? Через окно же я не пролезу? Не пролезу. Стоп, так это же дом Майкла. Стоп. Стоп. Только не надо говорить, что мы сейчас пиздим тачку Майкла и потом будем вместе из-за этого работать. Вот только не надо говорить, ладно? Так, понятно, у него везде закрыто. Еще одна машина, чтобы добраться до открытого окна, залезть на крышу машины. Зачем у две машины, кстати, Майкл? Сейчас берем на манда, сучка. Что? Ах ты, Питер, кстати, конец, попал. Он сказал, что у меня огромная... Джимми позвал меня сукой. Блять. Да не потревожу, паду. Никто не ударит уже. Да я заберу я машину, тихо, это же семейка Майкла. Да я понимаю, сколько я шума произвожу, но все нормально, пацаны, нормально. Я что-то не понял, где все родители? Ой. Ой-ой-ой, а как нам пройти туда? Ух ты. Ух ты. Ух ты! Да-да-да, угу. Тренер. Да-да-да-да. Конечно, понимаешь. Я все Майклу расскажу. Всем херель. А вот и тачка. Что, садится мне? Окей. Полухаммер, полухрень. Кстати, машина в салон. Да без проблем. Никто даже не заметил пропажу, все нормально, в принципе, что. Поехали. Вот это понимаю, ребят, тихая работа. Стырили у Майкла тачку. Блять. Во-первых, почему, что сейчас произошло, почему мне машину так распидорило? Ну ладно. Че? Да, че? До конца. Да-да-да, продашь ты. По-моему, ты такую же втюхивал какому-то там еврею. С татуировками. Где Ламар Кальмар? Почему он меня кидал? Что с камерой? Что? Что? That's a 9mm semi-automatic pushed against your skull. Well, look around. You just keep driving where you're going. Я сначала не понял, думал... Парень уплатил по счету. Вряд ли, ведь это... Подожди, стоп, что там произошло? Там какой-то взрыв был. Или не показалось? Стоп, кто это сбил? Ладно. Не гоняй, чувак, это просто возврат имущества. Да, 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 да. Ценю парней, умеешь выполнять приказы. Да, да, да. Майкл, кстати, красавчик. Ладно. Да что ты делаешь-то, блин, подрезульки? А, да, да, да. Ребят, вы поняли сейчас одну вещь? Майкл выскочил оттуда из салона, когда я машину перевернул. То есть он совершенно там... Да, все нормально, чё. Надо бы посмотреть, сзади там как вообще, чё, как бы. Блин, это, кстати, классно, они с видом придумали. Майкл там злой такой. Приехал. Да я притормозил у обочины. Я притормозил у обочины. Ну, и? По-моему, Франклин пересрался. Какое окно? Какое окно? Полторанти Дмитрий. Сейчас чувствую, наш друг араб будет не очень рад. А, ты мать твою, ты что творишь, мистер Симон?
Это не то, о чем вы думаете. Я всегда вознаграждаю за... Ха! Что? Ах ты сука. Опа! Саймон, ты охренел, что ли? Ух ты! А Майкл-то умеет драться, блин, щенок. Старик наш. Самый старенький из всех. Нажмите, чтобы контрактовать... Ух ты! Узнаешь эту тачку, а? Как она и стоит 5 кусов в месяц? Ах ты расист, грёбаный. А почему он расистом-то называет? Чё-то не понимаю. Для него все расисты. И тебе вот что скажу. Чтобы она стоила 5 кусов в месяц, нужно сильно поработать над кузовом. Во, вот это правильно. С повышением показать силы получается урон, кто... У меня есть его подпись, да? Он соглашается, что какой-то мудак ломится в мой дом? Не знаю. Может, этот парнишка идиот. Но ты мудак и мошенник. Согласен, Сач. Араб. Прям на стекло лег. Не поранишься? Не оставляй меня возвращаться. Ну все, по любасу будем сотрудничать. Франклин, Майкл. Все, нормально. О! О! Все! Майкл снова доступен. Подожди, а если я сейчас. Сейчас, тихо, давайте проверим. 9 минут пропомню, нифига себе. Серебро! Далее. Я хочу попробовать переселиться просто. Все, вы можете выбирать между Майклом и Франклином, чтобы открыть меню выбора и удерживать ее вниз. И что, если я сейчас сделаю вот так? Так они неподалеку друг от друга, я смотрю. И что он делает? Не понял, как это нас уволили? Частично из-за этой херни, что ты натопорол, а частично из-за этого старика, который заставил меня въехать в машину и салон. Чокнутым ублюдком в этом деле оказался ты. Лучше тратить их, пока они есть. Как скажешь. Ну что, ребят? Игра у меня все вводит... О, фига. Нам доступны теперь хобби, мини-игры. Ну, заценим попозже. Короче, я просто... просто Дружбан Стрэч... Подожди, давай посчитаем, что там. Ламар. Кальмар написал. Дружбан Стрэч выходит на свободу. Стрэч! Я сидел свое, мы тебе звякнем, чел. Короче... Офигенно, просто офигенно, действительно офигенные миссии. Хоть они немножко, может, и заскриптованные, и линейные, но они просто чудесные, чудесная игра, вообще чудесная. Поэтому, думаю, продолжим с вами в следующей серии. Всем спасибо за просмотр, я нырнул, я перехожу дорогу, все так делают. Все нормально, ребят, всем спасибо, всем ставьте лайки, всем пока. И увидимся, да, ребят, всем пока, пока.